Рыба-кит папа рисует. Добрый вечер, ребята! Сегодня ретро-вечеринка на канале Рыба-кит, и я нашел рисунки, которые я рисовал давно, но не так уж сильно давно. Это сегодня ретро-вечеринка посвящена ужасу. Я рисовал из игры ужасов, Survivor Horror называется, что-то в этом роде. Называется она Dead Space, она, знаю, популярная очень, и она мне нравится не для того, чтобы она популярна, и не из-за этого я взял ее и стал рисовать, потому что она мне нравится, потому что она мне нравится моему соседу Антону. Антон любит ее играть в нее. Я люблю, и я рисовал Dead Space, и сегодня рисуночки из Dead Space всякие разные. Все это я рисовал на канале Art Game Boy, и, соответственно, вырезки можно найти и на моем канале, и на том канале Art Game Boy, и там что-то появляется новое, я надеюсь, что появляется новое, может быть я, может кто-то еще играет и рисует. Я всегда пытаюсь соединить игры, мне нравится и играть, и рисовать, и сегодня, соответственно, я рассматриваю свои рисуночки. Это Ишимура, ничего такого особенного в ней нет, просто я начал, суть такая игры, суть этой вот этого ролика, который я снимал на Art Game Boy, когда кто-то играет, один играет, к примеру, да, на пол экрана, а другой рисует, я рисую, потому что мне нравится рисовать, ну, я знаю игру и рисую, и играю в нее тоже. Соответственно, я начал с Ишимура, мы поиграли в первую часть, самую такую страшную и такую... томную, наверное, и которая мне больше всего запомнилась и понравилась. И я рисовал Ишимуру, как вот он выглядит, как чего создан. И мы рассказывали про Ишимуру, что-то рассказали, почему, да как, откуда игра. Ой. Здесь, конечно, будут не все такие хорошие рисуночки, потому что это все я рисовал не просто вот... рисовал тяп-ляп, конечно же, но я старался разную технику использовать. Это какие-то страшности, такие, ну, все-таки страшная хоррор-игра, и я старался страшные рисуночки порисовать. Этот не получился, слишком расплылся. Зато этот уже получился лучше, и он похож на... Нет, он, наверное, вот так смотрелось. Да, на череп, рога такие, скелет, что-то такое. И, соответственно, как я это сделал? Я вот так нарисовал это все тушью, а после этого сложил рисунок, разгладил и открыл. И получился вот такой страшный-страшный такой арт, который, кажется, в артбуке по Dead Space тоже такой был. И я такой немножко срисовал, но получилось, конечно, все оригинально. Ну, мне нравится такой достаточно ужасный рисунок. Это, конечно же, маркер. Но не тот, который мы рисуем обычным маркером, а настоящий такой маркер из этой игры. Из второй, кажется, части, где мы нашли, да, рисуночки я нашел такой и срисовал. Ну, довольно страшный такой, красный такой, зловещий такой артефакт, который нашли люди. И все это мы рассказывали, почему, да как, и в игре все это рассказывают. Но так мутно, мутно и страшно, что интересно посмотреть. Что мы дальше? Когда я рисовал, я был весь черный, грязный, потому что я рисовал то тушью, то мелом, то вот я вот здесь углем рисовал и еще сангины какие-то. В общем, все помешал, и вот я здесь нарисовал одного из ушастиков этой игры. В игре очень много страшных монстров, которые нападают на вас, кусают вас. Нужно отрезать им руки, ноги, вот так чук-чук-чук-чук-чук, головы, потом еще конечности, щупальца. Это все очень страшно, и это не для детей, конечно же, но... Не бойтесь играть, она не такая страшная игра, только что немножко нужно приноровиться и захотеть. Если вам это нравится, если вы не совсем маленький, если вам есть лет 25, тогда играйте в эту игру. Но я знаю, что многие молодые люди играют. Ну, такой вот монстр. Монстры все в этой игре оригинальные, мне они все нравятся. Это из второй части шлем, кажется, этого Айзека. Тоже интересный такой. Вот мне нравится, что он светится. Такой, и такой... не знаю, чем он нравится, но он оригинальный. По крайней мере, шлемов много, этот достаточно оригинальный, мне он нравится. И я его тоже нарисовал мелом, размазывал все это пальцем. Сейчас не хочу трогать, потому что не зафиксировал лаком все это дело. Ну, такой арт. Такие арты здесь более взрослые, ну вот здесь шуточный арт, как будто вот тут показано. Возьмем, когда вы целый год играете в эту игру, она довольно сложная, вам нужно приходить, отрезать резаком конечности, за вами гонятся монстры, и вот такую шуточку, карикатурку такую, что вот такой Айзек бежит, такой, а, я боюсь, а такой, я тебя люблю, дайте поцеловать, да. Вот и поцеловали.
Так, ну это последний рисунок, да. За час я рисую час, кажется, эта трансляция шла час вот этой игры, когда Антон играл, я рисовал, и в конце концов я решил нарисовать просто вот Айзека одного, потому что сам костюм — это такой символ игры, он такой необычный, он не какой-то бронежилет, но специальный костюм, который защищает там от астероидов, от чего-то еще, и в общем настоящего космонавта, инженера, который своим резаком режет какие-то камни, там еще что-то там сварит. В общем, не войну, не воюшку, такую войнушку играет, не солдат, а настоящий такой инженер. И вот такой получился у меня костюмчик. Ну что сказать. Ребят, я дальше буду рисовать. Спасибо, что вы были на такой ретро-вечеринке. Зачем я их записываю? Затем, чтобы можно подрисовать в любое время мои рисуночки. Зачем я их записываю? Тем, что я часто рисунки теряю. Мне нравится вспоминать такой ретро-вечер, когда я собираю свои старые рисунки, такой смотрю на них, вспоминаю. Вот мне это ощущение нравится. Такое, ну, 5 минут потратить не так уж сложно. Вы можете посмотреть, что я рисовал, потому что все рисунки, наверное, пересмотреть нельзя и перерисовать тоже. Если вас это зацепит, то приходите в гости, смотрите, я буду вам дальше рассказывать какие-то ретро-вечеринки для детей, для взрослых. И потом, если они потеряются, я буду смотреть ролики. Вот. И что я хочу пожелать? Не бойтесь, ребят. Рисуйте, играйте. Пока.